Господи. Шпион себя проник. Опасность. Что тут у тебя? Это какая-то хрень. Я все никак не могу понять, как ей пользоваться. Ну, кто-то мне сказал, что... Надо бить. Что надо бить, да. Что надо, короче... Это вот это металл, по-моему. Да. Какой-то металл. Вот его надо играть, вот этот металл, мне сказали. Вот его, вот этот, и вот этот, и вот этот еще клевый, классный. Да, точно. Так, все, я полностью готов. Другую оборону. Ну давайте, трудиться. Мы готовы. Мы начинаем. Включаю, да? Сейчас. Вы готовы, да? Да. Оттуда же, да? Да. Да. Зарубаю, короче. Все, давай. Так, нет, не сейчас, сейчас. Сейчас. Вот сейчас. Так. Все. Давай. Дубль 2. Главное, не смейтесь. Не смейтесь. А здесь зло? А здесь никто никогда ничего не услышит. Черт, зря я это записал. Здесь вообще все. Тут вообще никаких проблем. Кинчик. Опа. Ничего не сыпь. А там то, что появилось, это как бы... Это надо сделать, чтобы не появилось. О, все вот так вот, да, теперь мне нравится. Красиво. Все, как меня определяете, да? Красиво, не красиво. Примерно так.
Я когда записывал гитары, как бы для первого альбома, тоже по картинке мог многое сказать, как бы хорошо они записаны или плохо, да? О, вот здесь вот чуть-чуть. Неслышное происшествие происходит. Если после работы... Вот, собственно, да, барабаны, на которых мы записали. Весь альбом. А вот это чисто... А вот это для, для фотографий, да. Для фотографий ВКонтакте, на MySpace. А записывали мы все вот на вот этой скромной установочке. Да. И вообще говоря, и с одной педалью. Никакого кардана мы не использовали. Потому что все... Бочки прорисованы. Да, все... Вот звукорежиссер как бы говорит, бочки все пробиты в MIDI. Да. Абсолютно, да. Ни одного живого удара не было сделано. Да, и ни одно животное не пострадало, я так полагаю. И барабанщики не привлекались, я, наверное. Не, ну да. Валера стучал, но как бы... Для видео. Для видео. Для YouTube и контакта. Да, и вот это все муляж, да. Iron Cobra это уже, видите, потертая, она уже не стучит. Железо дорогое мы взяли в аренду в музыкальной линии или где-нибудь там. Пластик Evans, на самом деле, это демо-пластики. Ну, заглушка, вот, нет, не заглушка, а вот это вот, как это называется, штука на бочку, куда колотушка бьет. Нашлепка. Да, нашлепка на бочку, она настоящая. Вот. Не муляж. Не муляж, да. Наушники профессиональные взяли у Федора. Да, это на самом деле наушники для гастарбайтеров, чтобы это шум не проходил там от перфоратора. Как бы провод мы приделали. Так, что, давай. Я буду разбирать. Да. Мы разбираем. Мы закончим. Да. День съемок прошел. До свидания.